Меня зовут Саша, я такой никнейм в GitHub, довольно забавный. Я аватарка по коммитам, очень легко узнаваемая. Работаю сейчас в Адяксе уже практически год. До этого 5 лет в Anyforsoft компании работал. Хорошие ребята. Доклад о плагин API. Это довольно легкая тематика, как по мне, в Drupal, но она также считаю, что это единственная законченная API, что есть в Drupal. Все остальные, ну, почти работают. Вот. А это хоть доведена до ума. А что такое плагины в Drupal вообще? Помните, были все тулзы, такие ужасные старые плагины? Вот. Либо все, что было в семерке, и ниже в hook.info. Это все собрали большим комом и принесли в плагин API. Потому что все тулзы никто не любит, но половину модулей, типа вьюхи и прочих, на нем написаны. Вот. Ну, так само и hook.info. Это все наши блоки, виджеты, форматоры, форм-элементы, экшены, кэш-бэкэнды даже. Все, абсолютно все, что было в семерке в hook.info, взяли, теперь назвали плагин API, и оно все стандартизировано. Это очень прекрасно. Вот пример обычного плагина. Это плагин для блока. Раньше мы через hook.info писали модуль hook.info, указывали блок, название нашего блока в админке, machine name блока, дальше в хуке блок view писали весь код. Сейчас это проще. Это весь пример для просто задание блока. Те, кто не работал с восьмеркой, должны почувствовать, что вот он, наконец-то, простота и долгость. Те, кто уже работал, ну, уже давно почувствовали. Ну, все хорошо, но, собственно, как добавлять кастомные плагины? Все мы пишем код, и это на самом деле проще, чем в семерке. Это просто, проще некуда, это очень хорошо. Итак, начнем с самого важного. Куда мы кидаем наш код? Все кидается в src, плагин, название нашего плагина, тип нашего плагина, директория. Если это блок, то это будет src плагин блок. Если это action, то src плагин action. И так дальше. Со всеми типами плагинов так работает. Ну, почти со всеми типами плагинов. Вот для блока из примера, с предыдущего слайда. src плагин блок и наш класс. Все по стандартам Drupal 8. Как определить плагины? Самый простой и быстрый способ — это аннотации. Я аннотации, когда впервые увидел, честно думаю, о боже, зачем оно мне надо PHP-код писать в PHP-комментариях, что это за бред. Оно ж не валидно, ничего, но со временем привык, IDE-шка все поддерживает, все нормально. Даже подсветка есть. Собственно, это пример. Раньше, если вспомните, мы в семерке писали hook.blockinfo, и там массивчиком возвращали ну, какие-то ключи, которые поддерживают Drupal. А сейчас чуть попроще, потому что вот этот вот блок — это реальный класс. И все ключи, которые в нем есть, — это реальные свойства. Соответственно, если вы хотите написать какой-то плагин, но не знаете, как в аннотации плагина, какие ключи использовать, что он поддерживаете, вы просто выделяете слово, название плагина, нажимаете Ctrl-N в шторме, поиск по классам, ищите annotation block класс и смотрите все свойства, которые в нем есть, они будут тут поддерживаться. Ну, они обычно документированы. В лучшем случае. Код к нашему плагину, самый контентный, очень зависит от интерфейса. Соответственно, если у нас есть блок-плагин, то будет блок-интерфейс. Если action-плагин, action-интерфейс. Это очень удобно, потому что строго типизировано. Соответственно, у блок-бейси, блок-бейс-класс, мы следует блок-интерфейс, естественно, у него есть метод build. Соответственно, там, где вы будете использовать плагины для блока, у всех у них будет метод build. Там, где вы будете, например, использовать плагины для экшена, у него, к примеру, будет метод execute. Ну, не помню точно, но суть в том, что у всех ваших плагинов определенного типа будут определенные методы, и они будут существовать там всегда. Это очень хорошо, потому что если взять какой-то плагин, ECTools-овский плагин, либо что-то еще, там полностью каша, там ты должен каждый раз проверять, есть ли в этой реализации конкретные методы, нет метода, вот, и вообще, что там есть, ты никогда это не найдешь. Ну, выглядит довольно просто, ну, как для меня. Все ли это? Нет, это не все. Можете посмотреть на красивый слайд моей собаки, вот, это мимими, все любят мимишные слайды. И вопрос к аудитории. Это как бы начало доклада, где-то может треть или четверть. Дальше пойдет все сложное. Поэтому, если у кого-то сейчас вопрос по блокам, кто не работал с восьмеркой или кто работал, но код не писал, лучше сейчас задать, потому что дальше будет тяжело, и вы вообще за голову схватитесь. А кто с восьмеркой работал? Можете ручки? Классно вам, я весь год на семерке пишу. А кто писал код, но еще плагины никакие не использовал? Ну, глупо, наверное, звучит. Есть такие? О, два человека. Вопросы двух человек есть?
Отлично. Надеюсь, вы придете домой и напишите код с блоками. Дальше чуть веселей. Деривативы. Сложное очень слово, мне оно мало нравится, пришло откуда-то там с математики. Но это динамические плагины. Это когда вы можете написать один плагин, одну реализацию, использовать его для очень многого количества вещей. Например, вот пример с тем же блоком. Это из семерки код, но в восьмерке суть точно та же самая. Мы перебираем какие-то вариации нашего блока, хука, блока инфо, собираем их и возвращаем несколько плагинов. Вот пример деривативы с восьмерки. К примеру, у нас есть system menu блок. Если помните, на каждую менюшку, которую вы создаете в админке, у нас появляется новый блок для нее. Но код для блока только один. Вот, собственно, этот класс. Но в аннотации есть слово derivative, производящий. И у нас указывается какой-то класс, там, который имеет тип логина дериватив. И, ну да, этот блок будет для всех системных менюшек используется. Если посмотрите в annotation блок класса, вы увидите derivative и описание его. Собственно, вот пример этого system блок дериватива. Он берет, лодит из менюшки абсолютно все, из таблицы менюшек абсолютно все менюшки и создает, просто делает base definition, берет, что с проектором? Он берет вот это определение бейзовое и создает просто массив наших плагинов. То есть он берет один класс, вот этот наш, и для каждой менюшки просто динамически возвращает их. Сколько менюшек в базе, столько и производных он возвращает. Это деривативы. Очень удобно, когда пишете либо свои реализации плагинов, либо смотрите, как работает что-то стандартное, типа тех же менюшек. И очень часто используется, особенно когда у вас привязан какой-то плагин к записям в базе данных. Вам не нужно писать новую строчку кода, новый класс на каждую реализацию. Можно использовать одну. Ой. Дальше еще веселей. Ну ладно, сейчас лучше по деривативам. Те, кто писали код к блокам, писали ли вы деривативы или использовали? В ручках можно? А то вас много и... ну смотрю, никто не использовал. Есть у кого-то какие-то вопросы по поводу? Лучше были хоть кто-то с компании моей, ну, задайте вопрос. Потому что большинство, кто смотрел доклад, считает эту тему сложной и непонятной. Но суть в том, что нужно просто один раз поработать. И весь смысл только, вот, пример для меню, мне кажется, идеальным. У нас много есть менюшек в базе, вот, и плагин, тот же самый код для плагина используется для каждой менюшки. Вот, это, наверное, самый удобный пример для этого плагина. Мне кажется, он меня не любит. Дальше еще веселее, плагин-менеджеры. Собственно, для каждого плагина, который в Drupal добавляется, в коре, в контрип-модулях должен быть плагин-менеджер. Плагины кастомные без плагин-менеджера не работают. Соответственно, этих плагин-менеджеров в коре очень много для блоков, для менюшек, для экшенов, кэшбэкендов, форматоров, для всего абсолютно. Ну, есть базовый, но все равно наследуют. Плагин-менеджер — это просто очень толстая замена хук-инфо-системе семерки. Раньше hook-info просто три строчки было. For each module implements block-info и все. Сейчас это перенесли в плагин-менеджер по понятным причинам. Эти причины — то, что плагин-менеджер ответственен за поиск всех наших плагинов, то есть это поиск в папках по аннотациям, парсинг этих создания блоков, классов аннотаций, поиск по YAML-файлам, поиск по там, статическим записям, по чему-то еще, по хукам также. И также этот плагин-менеджер создает наши классы для плагинов. То есть если мы там для блока пишем плагин, именно плагин-менеджер делает new вот этого нашего класса. Это тоже в его ответственности. Пусть там и будет. Что нужно, чтобы... вообще, зачем мне плагин-менеджеры нужны? Чтобы сделать архитектуру более расширяемую. Когда вы, к примеру, у вас есть задача от клиента. Сделайте мне, например... класс, который будет создавать сэндвич. Вы такие,
Херак-херак в продакшн, и у вас есть класс, который создает сэндвичи. Отлично. Дальше через неделю клиент пишет: а теперь мне нужен вот такой же класс, который создает сэндвичи, но еще такой, который делает сэндвичи с майонезом. Вы такой: второй класс, потом третий. У вас этих вот ветвей находится вот такая большая пачка, они между собой никак не совместимы, и у вас в коде появляется куча if-else-ов, если вам где-то нужно разные темплейты вывести. Вот. Это ужасно потом. Ведет к разрастанию кода. Соответственно, нам нужно что-то с этим делать, и это что-то, это сделать их более универсальными, все эти наши классы сэндвичей. Вот. Для этого делаем плагин-менеджер, который отвечает за них, и делаем разные вариации наших плагинов. Каждый раз, когда я нажимаю, он пропадает. Вот, отличный пример не с сэндвичами, а с лайаутами. Модуль лайаут уже слышал, в кору скоро добавят, или уже почти пришел. Вот. И, соответственно, плагин-менеджер для кастомного модуля очень удобен, если вам нужно что-то сделать типа лайаута, а лайаута в коре пока не было. Ну, когда уже будет, уже пример получше можно найти. Соответственно, у нас, к примеру, лайаутов, лайауты можно задавать из темы и можно с модулей. Соответственно, нужно сделать как-то так, чтобы они искались, хуки, например, той же семерки, хук Info ты в модуле в теме не напишешь, он там просто не будет работать и вызываться. Вот, некоторые хуки info, некоторые работают. И с плагин-менеджером проще, потому что ты можешь в теме сделать так, чтобы все наши лайауты искались по названию тема.layout.yam в файлах, а чтобы в модулях они искались по src, плагин, layout, там, класс лайаута. Вот. Как добавлять наш плагин-менеджер? Сервис всем привычный, файл. Название. Пишем плагин менеджер, наше название и extending default плагин менеджер класс. Там в нем куча всякого мусора, можете посмотреть, но ничего интересного нет. Наш плагин менеджер. Опять-таки, extending default плагин менеджер, он делает кучу работы за нас, а нам нужно, собственно, в основном нужно только construct метод. Мы в констракте дергаем parent construct и указываем, в какой папке в src искать наши все плагины реализации. Ну, например, папка sandwich, плагин sandwich, ну, либо там layout, вот, если вы новое захотите написать. Дальше это просто с параметров передаете, тоже сложная вещь, я мне просто не успею рассказать. Дальше мы указываем интерфейс для класса нашего плагина. Я вначале показывал класс блока, в нем был метод build. Этот build указан строго в интерфейсе, то есть это очень удобно, потому что все плагины, которые будут, которые наш плагин-менеджер найдет, они должны наследовать вот этот класс, вот этот интерфейс реализовывать. И все методы, что есть в этом интерфейсе, они должны реализовывать. Это очень удобно, потому что вы можете не волноваться о том, какой Joom Developer напишет этот код, этот метод там точно будет. Без этого метода код просто не запустится, и он не сможет его закоммитить. Вот. Поэтому интерфейсы — это очень хорошо, очень удобно. И не позволяет не писать реализацию. И последний параметр — это класс для аннотации. Тут указывается, так само в примере с блоком указывалась аннотация, вот эта. Так само это реальный класс, который существует в Drupal для аннотации. Так Symfony аннотации работает. Нужен реальный класс, и это все его ключи. И, собственно, этот класс в плагин-менеджере и используется вот тут. Мы его просто указываем. Как, по какому классу аннотаций плагин-менеджер должен искать, парсить весь код, весь комментарий. Соответственно, тут альтеры работают. Мы можем добавить поддержку альтера, можем и добавлять, если не хотите, чтобы плодить старый забытый код. И так само тут можно кэш-бэкэнд для наших плагинов использовать. То есть, когда плагин-менеджер поищет все плагины по, вообще по всему коду, он может взять их и закэшировать просто. Все прекрасно. Если не нужно кэшировать, нужно каждый раз искать, можно просто убрать строчку, но лучше кэшировать. Как это использовать? Плагин-менеджер мы написали, скопипастили код с слайдов, классно, все работает, подтягивает при дебаге, но как его использовать? Все просто и ежу понятно. Берем сервисов, как удобно, наш плагин-менеджер и вызываем getDefinitions. Все. И он тут в массиве вернет все реализации нашего класса. Просто абсолютно все, которые он найдет, которые валидны. Вот, соответственно, дальше мы уже с этими плагинами можем делать что угодно. С теми там же лайаутами. Ну, тут дописал, что только нужный интерфейс получим. Дальше это последняя часть доклада уже, почти конец.
Может, я немножко спешу. Это поиск плагинов. В принципе, чтобы пользоваться плагином, хватит и предыдущей части доклада, где вам рассказывается плагин-менеджер, и деривативы, и сами плагины. Но с аннотациями все будет отлично работать, и больше знать не нужно, но все-таки, когда вам придется писать свои плагины, свой плагин-менеджер, вам станет интересно, а как кроме аннотаций, например, нужно вам в тему как-то добавить поддержку плагинов, тех же лайаутов. Как ты же в тему аннотации куда-то не впихнешь, оно там просто опять-таки код не запустится оттуда. Соответственно, есть 4 типа поиска плагина. Это аннотации, это YAML-файлы. Если видели с YAML-ами, tem.breakpoint.yaml. То есть брейкпоинты в основном в 90% случаев нужны только в темах. Соответственно, в контрип-модулях смысла в них нет. Также есть static discovery. Это просто вы массивчиком все в модули добавляете кучу плагинов. Ну, чтобы не писать src, аннотации и все такое. И через хуки. Старые, добрые, Drupal 7 хуки. С annotation discovery. Это уже пример был. Вот такой простой кусок кода в нужной папке. Вам плагин-менеджер найдет аннотацию нужную нам. Вот эту. Дальше спарсить все свойства, создать класс аннотации. И все, собственно. Даже там монитор выключается. Да, если вы помните, в Drupal 7 были плагины ctools-овские. И чтобы создать ctools-овский плагин, нужно было кинуть в папку plugins там, content type, название плагина, и в начале файла вы должны написать плагин-массив. И в нем была куча свойств. Насколько я помню, их, возможно, десятка три. Вот. И никто не знает, какие работают, какие нет. Просто наугад. Просто что-то пишешь и ищешь где-то по коду. Вроде работает, вроде нет. Вот там и кэш, и рендер callback функция, и контекст callback функция. Непонятно что. Тут очень даже понятно. И все, что должно будет работать, можно в этом классе найти. Это очень удобно, потому что в ctools документации толковой нет. Ну, уже, наверное, не будет. Тут ее тоже не всегда местами есть, но тут хотя бы в коде можно посмотреть, что будет работать, что не будет. Ага. Ну и, соответственно, чтобы добавить в ваш плагин-менеджер поиск по аннотациям, мы используем annotated class discovery. Указываем, там раньше в примере... Вот и пульт выключился. Я счастливчик. Не, увы. Мышка. Это, наверное, Chrome завис. Ура. Я первый человек, которого завис Chrome. Не? Извини, я второй человек. Ладно, расскажу дальше. Там в плагин-менеджере... Крутяк. В плагин-менеджере там был констракт вызов. И там была куча параметров. Что делает тот констракт из default плагин-менеджера? Он делает то же самое, что было показано ниже с примером аннотации. Он берет эти параметры, создает annotated class discovery и пихает его в переменную this discovery. Вот, и все. Ой, дальше неловко будет без слайдов. Сделаю нехорошую вещь. Вот такую. X-Skill всегда меня выручал. Почти. Во. О, мы на том же месте. Повторюсь еще раз. Я говорил за вот этот кусок кода, что точно такой же вызывается в Default Plugin Manager. Это просто копия оттуда с подменой названия плагинов. Соответственно, мы тут указываем для annotated class discovery. Мы сабдиректорию укажем, где наши аннотации искать по классам. Это просто сервис container namespaces. Это для Drupal, для правильной работы Drupal фигня, можно не заморачиваться. И наш annotation класс. Ну, это, собственно, то, что тут используется блок. Это именно вот этот класс. И так само, если вам нужно найти, какие свойства тут будут работать, ищите, например, блок плагин менеджер, там, или layout плагин менеджер, ищите там annotated discovery, либо там в констракте, смотрите, какой класс используется для аннотейшенов. Переходите в него и смотрите, какие свойства работают. Это очень удобно, когда нет документации. А ее нет. YAML discovery.
Очень удобно, ладно, не очень удобно, это единственный случай, как использовать плагин, добавлять плагины из темы. Вот. А, потому что никакие другие работать там не будут. Используется сейчас для брейкпоинтов и лайаутов. Больше ни для чего я не видел, чтобы он использовался. Но даже такие случаи Drupal покрывает. Вот пример из Бартика Breakpoint YAML. Эти свойства, они опять-таки идут в плагин-менеджере. Если он поддерживает YAML Discovery, у него будет свойство, плагин-менеджер, свойство default. И вот все, там массив просто со всеми ключами возможными, с дефолтными значениями. Соответственно, если вам нужно узнать, какой плагин для темы в YAML файлах, что он еще поддерживает, идем там в Breakpoint Manager, и смотрим default свойства. И в default свойстве будут все дефолтные параметры. Вот. Хоть не зависай. И вот пример использования YAML Discovery. Во-первых, нам нужно... Ну, мы в YAML Discovery передаем название нашего тип, нашего Discovery. Это вот эта часть имени. И так само будет название темы, точка, этот тип, точка YAML. И передаем список директорий, в которых мы, в которых плагин-менеджер должен искать эти YAML-файлы. В списке директорий будет модуль-хендлер, он из сервисов легко находится, и тема-хендлер. Ну и тут getModuleDirectories и getTemDirectories. Ну просто два массива мержим и все. И мы в YAML Discovery передаем список массивов, в которых, с папками, в которых можно искать эти YAML-файлы для плагинов. Тоже просто. И дальше Static Discovery. На самом деле, до недавнего времени я Static Discovery видел только в одном месте в тестах. Вот. Очень удобно, когда у вас есть, подключается на проект какой-то сторонний класс, там в Composer, Vendor, куда-то там, и вы его хотите использовать, например, как плагин. Ну, сомневаюсь, что оно будет так работать с Drupal из коробки, поэтому есть Static Discovery. Вы просто в нашем плагин-менеджере, в GetDiscovery, делаем Static Discovery, New Static Discovery. И к нему, например, добавляем Set Definition какой-то, сюда может как же, так же с блоками работает, с брейкпоинтами, совсем абсолютно, ну, если в наш плагин-менеджер добавить. Добавляем Machine Name нашего плагина и свойства. Все те же свойства, что в YAML добавляются, все те же свойства, что на аннотации работает, ну, все, которые поддерживают плагин-менеджер. Вот. Это удобно, опять-таки, когда у нас есть класс какой-то библиотеки, вот, и мы его можем использовать, ну, если он вдруг реализует наш интерфейс, так получилось случайно, то тогда мы можем его тут использовать. Ну, возвращаем Discovery массив. И последний тип, не, еще по поводу Static Discovery. Почему до недавно я его видел только в тестах? Тут полчаса назад Оля рассказывала про Condition Fields модуль, и он там таки понадобился в Static Discovery. Когда у них выходит реализация для Condition плагина одна, а ну, там для очень многих вариантов плагинов она просто совпадает, тот же самый класс. А по-правильному нужно, чтобы это были разные плагины. Соответственно, Static Discovery, For Each и тот же самый класс указываем, тот же самый плагин, и все. Все отлично работает. Ну, а так оно только в тестах используется для удобства, чтобы не писать в тестах кучу плагинов кастомных с аннотациями. И последнее — это Hook Discovery. Это старые добрые Hook Info, которые все так не любят в Drupal 6. Соответственно, мы передаем в Hook Discovery модуль Handler. Это нужно для работы Hook Discovery. Это опять тоже берется с сервисов. И название нашего Hook Info. И все. Дальше... Мы еще, кстати, можем использовать, и чтобы альтер работал. Это в слайдах до этого было видно. Там альтер-инфо, и, соответственно, с хуком-инфо будет еще альтеры работать. Так само альтеры мы можем использовать независимо от хука-инфо, просто если хотим. Страшно так резко клацать. Где-то тут был в примере. Вот. Так само мы используем только annotation, discovery и альтер. И все. Это самая стандартная вариация для почти всех плагинов в Drupal, для самых популярных. И последняя вещь. Как эти варианты Discovery объединить? Ну, для тех же лайаутов нам нужно, чтобы их не только в теме искали, а также искали еще в модулях. Мало ли какой контрип модуль захочет добавить лайауты. Или там, чтобы не через YAML файлы, а через аннотейшены. У нас есть Discovery декораторы. Это обычный
PHP OOP шаблон декоратор, поэтому мы, например, создаем annotated discovery класс с нашими параметрами плагин sandwich. Дальше делаем контейнер дериватив discovery декоратор. Это что-то сюда. А это чтобы в контейнерах в сервис ямлах искались те же плагины. Дальше YAML discovery декоратор. Это все обертываем предыдущий плагин, предыдущий класс декоратор. Мы заворачиваем в следующий discovery декоратор. YAML сюда добавляем, также InFocus и Static Discovery. Все вместе это декорируем, и оно будет все вместе совместно работать. Это все пихается в плагин менеджер в конструкторах или в Get Discovery, где удобно. Да, это все. Со звездочкой. Ссылка на презентацию, ссылка на Drupal.org GitHub и email. Тематика сложная, особенно после примера с блоком инфо, все остальное местами людям непонятно, поэтому жду очень вопросов. А, ты про вариант с методом немножко не понял вопрос. А, ты про это? Почему? Что они находятся обычно в директории? Есть еще деривативы. Вот. Не, еще, есть еще необычно то, что кто-то захочет в плагин-менеджере, в плагин-менеджере кто-то захочет указать не плагин-блок папку, а плагин-блок слэш что-то там. Вот человек, он так видит, он художник. Вот. Поэтому в контрип-модулях можно ждать и этого. То есть, когда ты видишь, для чего это, к примеру, используется? Есть, например, модуль, field. У филда есть плагины форматора и есть плагины виджета, вот, и филд-тайпы. И в модуле field могли придумать, что не кидаем в папку плагин field-форматор, field-виджет, field, а кидаем в папку плагин field-слэш-форматор, field-слэш-виджет. Вот. Он художник, он так видит. Он человек писал контрип-модуль, посчитал нужным, вот. Поэтому решил туда вкинуть. Вот. Но это тоже не проблема. Смотришь пример модуля, как там реализованы стандартные плагины, смотришь, какой папки, копипастишь себе структуру, так и работает. Вот. Но это документации на это никто не пишет. Человек думает, раз я к этому пришел, значит, это всем логично, очевидно. Поэтому заходим в контрип-модуль, смотрим плагин-менеджер, как там указано, так и делаем. Anyone else? Да. У мене є питання по кеш-бекенду в плагін-менеджері. Угу. Якщо його не задавати, яка його поведінка? А він не буде кешувати. Тобто, кожен раз він буде провітати кешувати. А якщо його задавати, як він управляє? Вот тут в сервисах, когда ты посмотришь parent сервис, вот этот, там будет в аргументах указан сервис для кэшбэкенда. Вот. Соответственно, перешагнул. Соответственно, вот тут он передается в конструктор. Если хочешь плагин без кэшбэкендов, тебе уже нельзя наследовать default плагин менеджер, потому что он в констракте указан строго. Соответственно, тебе нужно реализовывать плагин менеджер интерфейс. Вот, и там писать все куча функций самому. В 99% случаев без кэшбэкенда тебе не нужны плагины. Потому что если у тебя они будут. Тебе смысла нет, чтобы они без кэша каждый раз что-то искали по коду. Потому что если ты планируешь, а ты должен использовать Drupal кэш для страниц, там, для анонимусов, то толку в том, что тут не будет кэша никакого. Вот. Поэтому. Кэшбэкэнд, соответственно, кэшбэкэнды могут быть разные, там, мемкэшевские, что-то еще, там, статик файлы с кэшбэкэнд тобой написаны. Главное, чтобы он кэшбэкэнд интерфейс реализовывал, вот. И это все. Кто-то еще там хотел вопросик? Хотів запитати з приводу тих деривативів. Це, намагаючись зрозуміти, це дуже схоже щось на hook, block, view, alter, тільки в Drupal 8. Ми, тобто, замінили всі систем, меню, блок. На свій власний клас? Не только для замены, а для использования. Вот ты пишешь, например, какой-то
свои записи, ну, например, ты захотел систему менюшек сделать, вот, и ты сохраняешь все менюшки в базе данных, чтобы пользователь мог руками зайти на сайт, нажать «Добавить меню», но тебе для каждой менюшки нужен, чтобы в настройках, в блоках был блок отдельный под каждую меню. Но ты не знаешь, сколько у тебя менюшек будет. Они у тебя в базе данных не динамические. Соответственно, тебе нужно каким-то образом перебрать из базы данных все менюшки и для них создать плагин. Вот. Это вот тот самый пример, но тут как бы не совсем точный. Он просто перебирает все блоки, не тут дальше есть более точный. Вот, самый точный пример. Ты в Derivr'е, в производящем классе, ты сначала создаешь плагин-блок, в котором указываешь, что у него есть производящий. Вот, а это блок производная от производящего. Не очень люблю это слово. Соответственно, когда плагин-менеджер по этому входит, он смотрит, что если есть такое свойство, вот, значит, этот плагин мы не создаем, а мы ждем, что кто-то другой нам его предоставит, какой-то другой класс. Вот этот класс нам его предоставит. Соответственно, в этом классе, если посмотреть, он будет лежать в папке src plugin derive, то есть деривативы — это еще одна часть плагина API Drupal. Это тоже такие тип плагинов. Мы в этом классе, который указали в Derivr Base, в интерфейсе есть метод getDerivativeDefinition, и мы реализуем этот метод, достаем из базы, либо откуда у нас ни было, где вы храните свои кастомные сущности, которые там пользователь может накликать, достаем все реализации, перебираем и создаем там, ну это самый простой пример, мы там, например, берем все, перебираем, у нас, например, тут есть machine name, вот, нашего плагина или там ID-шник, вот, неважно, ну и самую сущность из базы. Соответственно, мы эти наши неймы, и тут мы можем там указать свой массивчик каких-то вещей. Например, для того же блока мы можем там поле ID взять, там ID-шник сущности, сюда добавить admin label, добавить custom field admin label, вот. То есть мы вернем вот тот же самый массив данных. То есть это для этого и деривативы и нужны. Ну, грубо кажучи, це як в семерці блок панель, как що ми могли написати один плагін для виводу одного якогось блочка в панельці, а могли написати плагін, який подивиться, скільки у нас там блоків. Да, і він зробить багато. Да, да, вот, это именно точно то, это и есть из ситуса, из плагин менеджера. Вот, только назвали производные, производящие. Ну, название более логическое, но непонятно по названию. Это да, и да. Как он выбирает наиболее подходящий? Они так само, как с обычным, нет наиболее подходящего. Смотри, это зависит от самого плагин-менеджера. Тут был пример использования плагин-менеджера. Ты когда пишешь плагин-менеджер, ты сам его знаешь, где ты его будешь использовать. То есть, если ты написал свой плагин. Да, да, смотри, как это работает с теми же блоками. Модуль блок позволяет добавлять тебе админку с выбором блоков всех добавления. Он в эту админку, когда ты нажимаешь add block, вот там, не знаю, place block, в какое-то место, в header, какой-то ты хочешь заголовок впихнуть, он тебе в списке дает абсолютно все плагины. И когда ты нажимаешь place block добавить в header, он берет machine name этого плагина и добавляет в header. Вот. А дальше, когда модуль блок рендерит этот хедер, он берет по machine name все выбранные пользователем плагины и их и выбирает. Да, это ты сам решаешь, какие тебе плагины где использовать. Вот, это все клиентский код. Вот еще вопрос такой. Если есть плагин уже такой, который тебе не подходит, да? Наследуешь. Я понимаю, наследуешь, да, и написываешь что-то свое. Я имею в виду, как его исключить, вот, допустим. Как предыдущий исключить? Какой-то на входе плагин менеджер использует какой-то общеизвестный, допустим, алиас менеджер. Ну, давай он пример с блоком. С блоком. Вот есть у тебя в контриб модуле вот такой блок. Тебе нужно его, хочешь его переопределить, да? Ты можешь это сделать через те же альтеры, если они плагин менеджером поддерживаются. Просто для этого machine name. Вот. Для вот этого ты в альтере берешь вот этот ID-шник, используешь. Альтер. Да, через альтер ты можешь свой. Да. Этого делать не нужно. Вот, как нужно. Берешь, пишешь свой класс, кидаешь куда-то там в папку src blocks, где она тут была, кидаешь в папку blocks, называешь
MySimpleMessageBlock, отдельный класс. В нем добавляешь MySimpleMessage, новые аннотации, и наследуешь вот этот, пишешь MySimpleMessageBlock, Extend SimpleMessageBlock, и пишешь новый плагин, который наследует тот. А так как большинство модулей, которые предоставляют плагин-менеджеры, там нет автоматического, практически нигде нет автоматического выбора подходящего плагина. Все выборы конкретного плагина уже через админ-интерфейс используются, вот. И, соответственно, у тебя будет в настройках блока, у тебя будет два плагина, предыдущий и вот этот твой. Ты, разработчик сайта, выбираешь этот свой. А если ты хочешь по каким-то причинам скрыть... Хорошо. Пример того, что когда плагин-менеджер используется в коде уже где-то чужом, ты его не переписываешь, то есть, допустим, это не модуля. А ты не должен. А смысл в том, что... Тебе нужно заменить тот плагин, который уже используется. Вот, использование конкретное... Я понял, о чем ты. Использование конкретного плагина в большинстве случаев на выбор человека-разработчика сайта. То есть я пока не встретил мест, где человек в контриб-модуле заморочился на написание плагинов, а потом взял такой и не дал разработчику сайта выбрать какой-либо плагин, а сам решил, какой ему нужен. Я такого не встречал, честно. Но если такое есть, то ты можешь через Alter поменять стандартный блок и впихнуть свой. Этого, да. А если человек такой нашел, ты пишешь, создаешь, ищи на Drupal.org. Я, скажем, не использовал такое, что, ну, допустим, при annotation, когда ты объявляешь свой плагин, ты объявляешь, что он фактически перетирает предыдущий плагин, является основным. Ты можешь это сделать? Нет, я же говорю, использование плагинов зависит от кода того, который этот плагин-менеджер написал. Соответственно, тебе плагин-менеджер... Тебе плагин-менеджер ни один не дает, а дай мне подходящий плагин. У него нет такой функции. У него есть дай мне все плагины, а я сам решу, какой мне подходит. Соответственно, это весь клиентский, то есть код контрип-модулей. И они зачастую, когда плагины на плагины заморачиваются, делают возможность разработчику сайта выбрать нужный, там, через админку, через, там, не знаю, хук-конфиг и все такое. То есть пока не встречал такого, и надеюсь, не встречу, где человек взял контрип-модуль, заморочился, создал плагин-менеджер, плагины себе написал, а потом взял такой и за тебя решил, какой тебе плагин использовать. Мол, я все написал, но не дам тебе пользоваться, у тебя документов нет. Вот. Но ты это можешь делать через Alter. Вот. Тоже можно. Давайте еще вопросы. Ну, тема, она действительно короткая. Она не короткая, она ограничена вот этими четырьмя вещами. Это как, в принципе, плагины делать, как, что такое деривативы, где их использовать, где их найти, плагин-менеджер и поиск плагинов. Это реально четыре вещи, которых есть. Они вот все закончены. Это самое любимое мое API из Drupal 8 после миграций. Все? Будем вас отпускать. Поблагодарим. Мы даже быстро справились. Это важно. Ой, спасибо. Подтверждение того, что вы у нас были в гостях. Наконец-то. Спасибо большое. Так. Вы скинулись в презентацию? Не здесь? Или она как? Я в Урлу. Чтобы я тогда записал. Да, там URL есть. Я,